Сейчас будем на мангале куриные бедра тушить. Это для маринада. Ну, маринад какой есть, такой есть. Будем использовать вот такую вот решеточку. Маринад сделаем в казане. Вот. Сейчас сделаем угли. Вот так вот положим. Так, займемся нарезкой. Вот, сделали нарезку. В общем, будем ждать, когда растают бедрышки, когда подойдут угли, и потом начнем. Итак, начинаем делать маринад. Здесь листья свежие смородины, крыжовник. Помнем, чтобы они дали сок. И сейчас вот так вот распределим. Засыпаем чеснок мелко нарубленный. Так, дальше засыпаем черный перец. Так, да. Так, засыпаем специи. Берем специи. Это грузинские специи. Раз. И вот тут еще тоже. Есть. Дальше у нас силь. Так как мы еще сюда насыпем, добавим майонез и добавим кетчуп. Так что соли слишком много не будем. Ну, еще немножко. Все, достаточно. Так. Добавим немножко кетчупа. И добавим немножко майонеза. И последнее, добавляем лимон. Все, и сейчас будем перемешивать. Все, перемешиваем. Перемешиваем. Вот так вот. Чуть позже еще. Сейчас вначале вот так вот размажем все. Сейчас мы это размажем. Вот, приготовили салат. И третье блюдо у нас будет макароны. Итак, посмотрим, что у нас с маринадом. Ну что, сейчас начнем готовить. Готовить будем вот на такой решетке. Это уже подготовил для макарон. Но это отдельно. В казане будем готовить. Начинаем процесс закладки. Так. Постараемся побольше. Так. Запах, конечно. Так. Ну.
Ну что ж, процесс пошел. Курица-гриль. Салат. Это макароны. Домашний хлеб. Ну, так вот просто. Но нормально, мне нравится.